И всем привет, на связи Алекс. Продолжаем «Солдаты удачи». Так, мы продолжаем тут. Где мы там? В Сибири где-то опять? Ой! Обязательно закрываться перед моим носом. Такс. Хорошо. Вроде никого больше. А нет, еще один стоит, им по барабан. Мы тут как бы... А, все, ты сдался. Так, что-то где-то мы... Так, еще там один за дверью остался. Или он сдох? Ага, все отлично. Я у тебя патроны заберу. Оп, тихо, еще кто-то где-то. А, ну вот там открыли. Откройся там. Точность, конечно. У пушки, видели, вот точно в голову стояла цель, да, прицел. Стрелял вокруг. Так, тут еще. Засранцы, а? Неправильный пароль, понятно. Надо пароль какой-то найти, да? А вот, смотри. Так, мы их траванули чем-то. Ой, здесь открылось, да? Ой-ой-ой. А куда? Там чувак какой-то долбится. Никого нет дома. Это там долбишься. О, а я двери смог открыть. Тут живучий. Подожди, а того мы не сможем открыть? Так, там что-то обновилось, по-моему. Найти, уничтожить и нейтрализовать. По-моему, три было, да, задание? Так, нет, это не открывается. Ну, значит, туда. Ты не можешь нести больше оружия, ты должен выбросить. А, там... Там что-то другое, да, лежит? Блин. Ой-ой-ой.
Ты стрелял? Да. Он. О, видали, из ниоткуда появился. Так, все взрывается. Такое ощущение, что нам как бы надо... Валить бы нам отсюда. Пора. Ой. Они что-то какие-то корявые. Я играю на среднем уровне сложности. Но они какие-то корявые на среднем уровне. А если бы этот поставили легкий, они вообще не попадали в нас, да? No damage бы мы прошли. Ой! Так, тут что? Так, это занято. В смысле, у нас все есть? Ух ты, там... А, ну... У нас нормально брони. Но вообще там броня была, на всякий случай. Ой. Ой, а тут явно нам сюда не стоит, да, сигать? Так, где у нас сохранение? Сохранимся. На эти нельзя, да, толку ты даже если на них прыгнешь. Не, ну нам явно туда не надо, да, ведь? Нет? А что у нас два в автоматы и все снайперка? Так, меня терзают смутные сомнения. Во, смотри. О, вот оно как. Блин, меня... Ой, блин, это наш был. Твою дивизию. Блин, а давай загрузимся с того места. Давай не будем его убивать. Мы же сохранились вот здесь. Хотя понятно, что как бы это никакой роли не играет. Я так думаю, в статистику только по этим. По погибшим, так скажем. От наших рук. Я просто думал, это враг. Они же почти тут все враги. Тут от раз этот зелененький вдруг стал. Второй раз не напугаешь. Второй раз мы уже не поведемся на твой бабах. А, вот они, этих ученых расстреливали. Наверное, поэтому он как бы за нас решил.
Спасибо. Я не знаю, но ставь покой, но я прошу же. Спасибо. За спасение. Неправильный пароль. Окей. Значит, в лифт, да? Мы куда-то поехали. Пистолет у них какой-то, да? Ой, лифт, лифт, это лифт. Так, свалить надо. Это... Или отключить? Вот, отключили, да? Фу. Ты еще что ли? Так, а здесь у нас что? А, здесь лифт, на котором мы приехали. Подожди, надо сначала разобраться. А нет, мы не могли на этом лифте приехать, мы же снизу. Это другой лифт. Ну что вы хотите-то, ну? Так, а что надо сделать-то? Вот здесь-то мы уже точно были. Найти и уничтожить. Но это она? Нет, мы нашли ее. Куда вот он нас обратно привезет? Туда же. Зачем он вообще мы можем? Да, он туда же привез. Так, ну все, мы отключили. Ну, значит, по идее, просто надо обратно идти, раз. Здесь просто лифт. Ну, как бы не так уж и... А, нет, слушай, нас пустили вон куда. Правильно я понял? Да, мы спустились еще ниже, так что все правильно. Но по тому лифту надо. Три этажа-то здесь. Все понятно.
Да, он нас спустил в самый низ. Значит, логично предположить, что нам сюда. Ага, не сюда. Тут нет никаких кнопок. Слышь, пароль дай. Что вы хотите-то, ну? А, серьезно, надо было просто этого чувака грохнуть. Я думал, он сдался, как бы он все уже. В лучших традициях боевиков, да, из 90-х. Задание выполнено. Хорошо поработал, Джон. Спасибо. Загрузка данных миссии. Так, следующая миссия, да, у нас? Классификация только для просмотра. Тема. Лайтфут. С возвращением, Джон Миллинс. Ястреб указал местонахождение последней боеголовки. Кодовое имя Лайтфут. Она в руках генерала Мохаммеда Аму, соперника самого Саддама Хусейна. Ему еще и во время войны в заливе в составе одной из террористических групп выкал боеголовки. Ты найдешь Лайтфут на военной базе Аму, которая является домом его личной армии. Возможно, его главная цель – штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. 40 тысяч за успех. Так, ну нож, ладно. Автоматик возьмем. Дробовичок возьмем. Бронежилет, естественно. Пластид возьмем. Так, а сюда еще что-то можно взять, да? Нет. Что-нибудь маленькое, да? Пистолет. Да. Багдад. Так, цель обновлена. Найти убежище и получить маскировку, попасть в военное строение Аму, найти и уничтожить. Так, это зеленые ребята. А вот и красные вдруг появились. Блин. А, он еще и смотри какой. Ой, тихо. Капец. Слушай, а мы можем ее взять, только не можем. Надо что-то выбросить. Вот говнюк, смотри, убежал куда-то. А вот он. Так, заблокирован. Там проверили, да? Тоже заблокировано. Минхуна.
Ха, ну ладно уже, что. Одним больше, одним меньше. К сожалению. Так, ты здесь не пролезешь, видимо. А эта балка не ломается, она опорная. Так, заблокировано. Ох ты ж скотина! Ах ты! Да капец какой-то, да ты что? Да ты что-то вообще не убиваешься с катабаза. Ты откуда тут взялся? Тебя тут только что не было. Наконец-то получил. Он живучий говнюк. Так, блин, все заблокировано. Ох ты. Джон, мы не будем терять время. Военная база генерала Амур расположена недалеко от летного поля. Ты думаешь, что Лайтфут прилетит на самолете? Если этот взлетит, мы можем найти его до того, как оно взорвется в центре Нью-Йорка. Где маскировка? Она здесь, оставайся подальше от людей и не светись, и все будет в порядке. Так, мы нашли. Откройте! Дайте нам войти! Откройте! Спасаемся через лестницу на крышу. Он опять без меня, да, свинтил? Все, они куда-то делись, да? Так, мы нашли маскировку, да? А, надо... зайти в военное построение. А как в него войти? Это, наверное, я зря, да, пистолет достал? А как его теперь убрать? Блин. Надо было по-тихому, видимо. А не так, как я. А, вон туда, возможно, нам надо запрыгнуть. Давай с разбегу.
Или подожди, они не стреляют. Даже с оружием. Нет, стреляют. Ну, возможно, если бы я не достал оружие бы... Это ж типа мы же какую-то маскировку взяли. Какой смысл от маскировки, если она по нам стреляет, правильно? Значит, скорее всего, из-за того, что я выстрелил. И с оружием теперь в руках. Это там спортом занимается, да? Приседания. На, попал, да? Напоследок. Так, давай посмотрим, как это... Выбросить оружие было же где-то. Так, огнемет, ракетомет. Это я видел, когда в прошлый раз настраивали, что было выбросить оружие. Вот, бросить капс. Давай поставим на... Ну вот, на L давай поставим. Ой, он гранату бросил. Для чего это? Нет, мы какие-то бутылочки выбросили. Подожди, это не то на... И бросьте, это он бросил. А вот бросить оружие. Давай вот это набросить оружие сделаем. Ты не можешь нести больше смысла, я ж выбросил этот. Давай пекаль еще выберем. То есть у меня теперь два оружия, да? Автоматы. А где она? Она, видимо, специальное оружие. О! Смотри, все подобрали. Так, там еще кто-то? Ух ты, сколько вас тут! Саддам Хусейн, да? Как этот пел? Мистер Кредо, Саддам Хусейн. Кто стреляет? А ты откуда там взялся? Они респаунятся? Из ниоткуда. Да, вот еще один, пожалуйста. Подожди, а мы отсюда пришли. Да, да. Блин, какое все одинаковое на этом уровне, слушай. Заблокировано. Да. Да откуда вы беретесь, пацаны? Хорош из ниоткуда-то браться-то, ну. Так, вот эта дверь тоже заблокирована, да. И вот это тоже. Да. Ага, напад. Ну, значит, обратно. Больше некуда здесь.
туда можно бы, но как я туда? И тут, смотри, появляется новый. Дверь заблокирована. Блин, ну это прям обратно. Я опять заблудился. А, вот отсюда мы прям пришли, вот, да, оттуда. Но явно нам не сюда, наверное. А куда? Так, туда мы сходили, а сюда? А здесь и нет ничего. Эти уже не открываются, нет, заблокирован. Там-то вон туда нам, видимо, надо. Вопрос только как? Тут появляются постоянно. Может, вот это просто открывается? Нет, заблокировал. Я бы вообще офигелся, если бы она просто открылась. А вот, смотри там. Блин, вот невнимательно смотри опять. Слышь ты. Чё ругаешься? Так, это зеленый пробежал. Чё мне надо сначала почти до конца уровня пробежать? Чтоб увидеть, что я что-то пропустил. Тут заблокировано, слышь, открой дверь. Дедуля, дверь открой. Не хочет дедуля дверь открывать. Значит, нам опять через окно, вот там ящики были всякие разные. Вон там. Залазь на ящики, там ты чё? Спецназ. О, отлично. Стоит уже, смотри. Ждет. Это не мы, если что. Тихо, блин, у нас уже так-то хпшечка заканчивается. У нас уже нету этого бронежилета, так что... Так что
Ух ты. Подожди, у нас же снайперка есть. Я думал, здесь проход. Так, лестницу, да? Давай лестницу поднимем, не хочешь? Кто где? А вот. Ой, там этот. Отлично. Метко попали. Встает, что ли? Нет, не надо вставать, чувак. Так, у нас там, по-моему, ХП мало, да? Так, и что произошло-то? Давай через заборчик там. Ой! Ой, блин, тут этот... Так, парни открыли тут мне. Коморочку свою. Так, нам туда. Видимо, да, этот от нас уехал. А мы пешочком. Выбил из меня дерьмо, ястреб. Нравится поездка? Она была долгой. Лайтфут на грузовике прямо в бункере. Хорошо, встретимся внутри. А что вам вместе-то не ходится? У вас на дверь с тобой заперта. Она должна открыться, если уничтожит код управления дистанции. Что-то нажал. Внизу, чуваки, это лифт, да? Я тебя видел. Ты спалился через дверь. Прикольно так-то все ломается. Смотри. Напомню, 2001 год, 2000-й, 2001, по-моему. А как все ломается хорошо. Так, какие-то винтили. Да, что-то где-то мы нажали, что-то где-то... Ой. А мы сломали там все.
Ой, блин, это... Или это... А это их не было, просто у меня оружие выбили, да? Так что нормально все. У меня что, мышка, что ли? Мозга компенсирует. Я бы колесико не трогал. Начал оружие менять. Так, погрузчик стоит вилочный. Может, на погрузчике? Все, не залазишь, что ли? О. Поорали и обратно это, так скажем, ожили. Снайперка хорошая вещь. Даже против этих гранатометчиков. Ой, подожди, надо очень быстро как-то, да? Или я не докрутил? Хороший пистолет вот этот. Против террористов самое то. Где водила, блин? Да, блин, я застрял. Кто стреляет? Ой, блин. А вон ты где? А еще гранатометчик где-то, да? Нет? Даже со снайперки не с первого раза попал, хотя прицел в голову был. Ох ты, как... О, блин. Сразу же. А я, кстати, не смотрел, сколько у меня там хп-то было, блин. А мы где сохранились? Перед вышкой, да, по-моему? На которой тоже гранатометчик был. Да.
Ну, вообще, да, смотри, два патрона. И вот здесь. Да блин, ты заколебал два раза. Оружие менять. Сколько вас? Да блин, опять где-то застрял. Так, хорош, раскидали засранцев. Что-то подлагивать опять начала. Третий. Ты заколебал тут акробатничать, слышь? Акробат. А вот ты еще ж точно. Так, гранат у нас две штуки. Вот так тебе, понял. Будешь знать. Понятно. Что ничего не понятно. Ну-ка, отойди. А, надо нажать и бежать, короче. Капец у вас тут. Ой, а хп-то, хп-то. Текс пойдет, ладно. Так, это нам показали, что нам лучше не подходить к этим. К вентиляторам? Подожди, а нам куда? Сюда, нет? Или мы отсюда... Сейчас уже тут не видно.
Да нет, вроде. Мы тут не были. Нет? В эту вентиляцию не хочешь залезть? Во, хочет все-таки. Куда только ползти, вот в чем вопрос. Ага. Вот так, да, наверное? Все, на этом закончим тогда. Продолжим с вами в следующей серии. Как раз этого места. Все, всем пока. Заходите в гости. Берегите себя. Всем пока-пока.